Снова здравствуйте, это снова немножко злой гостев, и мы продолжаем Sonic Mania. И, к счастью, мы не продолжаем того босса. А, это бомбы, окей. Okay. На этом уровне я тоже никогда не был. Не знаю, из какого это Соника. Простите? Окей, okay, это странно. Эй, халява! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я слышу, что, опять же, Лава Риф за Накл за очень классный уровень. Вау, это много колец. О, анимация классная. Я, наверное, должен был догадаться, да, то, что на эту штуку надо было приземлиться. Вот. Вот. Окей. Немного сконфужен всей этой ситуацией. Вот вроде и виноват, да, но все равно как-то неприятно. Окей, надеюсь, больше не будет таких боссов. Черт побери. Эй, дабл джамп. Найс. И тем более кольца еще притягиваем. А, у меня нос чешется. Оф. Жутко чешется. Просто невероятно. О, нет. Вот. Что это было? Только что. Я не знаю, что это было. Возможно, это у меня геймпад просто на секунду отключился, потому что у меня такое бывает. О, фак. О, жутко чешется. Эй, вот, пожалуйста, шипы у него вроде есть, да, но я не знаю. Теперь нам нужно снова копить жизни. Найс. Ну, знаете, опять же, если не будет таких боссов дебильных, то мы их накопим. Остается только молиться, я полагаю. Но только иронично, пацаны. Мы же не верим в Хесуса, правильно? Па-ра-ра-па-па-па-па-па-па-па-ра-па-рам. Уу! Too fast! Вроде мы должны притянуть их, да. Прикольно, как эти уровни сделаны. Ну, не сделаны, а основаны на том, что, да, вот, хорошо, если ты имеешь вот этот щит. Он тебе очень поможет. Я, знаете, думаю, блин, какой бы босс дальше ни был, он не будет таким дебильным, как этот предыдущий. Даже это было реально мучение. Никакого удовольствия я от этого босса не получил. Вот. А, это странно. Это было очень глупо с моей стороны, я не спорю. Тейлз, спасибо. Я не знаю, кстати, Тейлзом, по идее, как-то можно управлять вообще. Я не знаю как, но... Простите? Without a trace? Что происходит? Немножко... Не понимаю, что произошло. И когда я говорю немножко, я вообще, блядь, не понимаю, что произошло. Извиняюсь за выражение. Какого хрена? Наверняка я должен, типа, был успеть сюда пробежать и все такое. До того, как эта лава поднялась. Но то, что у тебя нет шанса на ошибку, это полный бред. Потому что если ты на эту штуку не заскочил, все, тебе конец. Плиз. Пусти. Пусти. Даже я думал, нам вообще влево надо будет идти, потому что там этот находится, как называется, ну, та стенка, за которую мы обычно проходим, когда нажимаем кнопку. Так нет же, мы шли вправо. Вот как здесь, видите? Такая же хрень. Пожалуйста, дай мне, не знаю, нормального босса или еще что-нибудь. Желательно нормального босса. Или вообще скажи мне, о, игра кончилась. Молодец, ты победил. Прошел Sonic Mania. Но Тейлз нас спас, реально. В результате, конечно, это ничего не значит, но... Уф.
Что здесь? Как это работает вообще? У меня вопрос. Вау, повезло, что мы так приземлились. Это была полностью случайность. Эй. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-парам-пам. Тейлз. Вообще, у тебя была правильная идея, только... Это должен делать я. Я тут главный персонаж. О, боже. Пап! Я что-то как-то вправо посмотрел и не заметил даже врага, если честно. О, это очень должно помочь, на самом деле. Потому что это все-таки огненная зона. А у нас огненный щит. Уу! Эй, босс! Пап! Не, прекрати. Окей. Ну, блин, я не думаю, что мы смогли бы этот щит сохранить, правильно? Какой-то странный рандом. Как? Может, с тобой не надо драться? Может, просто уворачиваться нужно? Или когда... Или когда он вот такой вот горячий. Может быть, тогда его нужно атаковать? Упс. Я не знаю. Надеюсь, этот босс не будет таким пидором. Пока что он, может быть, не такой пидор, но все еще пидор. Да, знаете, он козел. А, нужно было дождаться, пока он сбросит броню. Я понял. Но только теперь-то мы помрем. Фак. О, нет. О, прекрасно. О, это хороший знак. Мне плевать, что ты нагрелся. О, ты помер. Прекрасно. Знаете, это дебильный босс. Но он мертв. У, как это происходит? Я не знаю, как это происходит. Тейлз вроде не отбил. Во всяком случае, я не заметил. Извиняюсь, что я немножко зол. Просто тот предыдущий босс меня взбесил жутко. Оно, в общем-то, и понятно. Он реально дурацкий. Иногда я так думаю, неужели создатели не тестировали? То есть, неужели вам показалось, что этот босс действительно с ним классно сражаться и так далее? Ой-яй-яй, извиняюсь. What? Окей. О, нет. Бэ. Что происходит здесь? Тейлз. Молодца. Все правильно сделал. И это даже не мем. Ву! Окей, мы можем это пробить. Найс. Окей, значит налево. Хрен с ним. Найс. Что мы давно, кстати, никаких секретов не обнаруживали. Ну, в общем-то, и хрен с ним. Вот. Что это делает? А сюда ли нам? Видно, нет. А, все, понял. Тейлз! Не утрудняй ситуацию, пожалуйста. Окей. Вот щит как-то жалко было, конечно, потерять. Знаете, я начинаю думать, что не все уровни в Сонике хорошие. Серьезно. Это, я не фанат некоторых уровней. Терпеть не могу. Почему же так много в этой игре моментов, где тебя может вот так вот пристукнуть? Ну это реально неприятно. Никогда. Вообще никогда. Кольцо, кольцо. Извиняюсь. Соплю. Ну это, в общем, стандартная вещь. Так, ну по крайней мере теперь можно лавы не бояться, если мы сохраним этот щит. Я, в общем-то, в этом сомневаюсь. Зная себя... но я хочу сюда. Меня интересует это место. What? А, окей. Ну, нам бы все равно урон не нанесло, так как у нас огненный щит. Но это было, конечно, глупо с моей стороны так стоять. Я думаю, может, это кнопка, правильно? Нет, неправильно. К сожалению, не кнопка. Уу! What? Понял. Понял.
У, там бессмертность. I need this. Nice, 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 nice. Умри. А зря. Мне нужен этот огненный щит-то. Нет, 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 ни за что. Простите? А вот это бред. Я должен был как-то от этого увернуться? Не очень понимаю. Ну, жизни мы не накопим. Сразу говорю. Бе. Ну, класс. Мне нужна эта жизнь. Знаете что, давайте, наверное, сделаем этот эпизод подлиннее, чтобы уже справиться с боссом и перейти в следующую зону, чтобы потом мне не переигрывать. Почему бы и нет, правильно? Я не хочу, чтобы меня придавило. Блин. Специально сделано так близко? Мне это не нравится. Уи-у. Оу, это классно. Вот это мне понравилось. Не-не-не-не-не, я не хочу, нет. Меня не интересует. Серьезно. Найс. Опять же, в общем-то, нас эти штуки не должны беспокоить, потому что мы можем по лаве бежать. Но если там вдруг место, где нужно подпрыгивать высоко, а ведь так и оказалось, то мы, в общем-то, в тяжелой ситуации. Уу! Хеп. Так, что происходит? А, это видно эти бомбы, что ли? А, понятно. Не проблема. А, бомба. Окей, найс. Может, я не фанат вот этих вот дурацких линий, по которым мы бегаем, которые тебя толкают в другую сторону. Конвейеры это называется. Линии, которые тебя толкают в другую сторону. Конвейеры, если говорить по-русски. Они по-инопланетянски, как я только что. Упс. Не, я хочу в эту сторону. Приз. Эй, а мне пофиг, у меня щит. Все-таки очень классная штука. Если меня один из этих врагов придавит, я буду очень зол. Окей, спасибо. Уу! Босс. Босс? Похож на босса. Может быть, нет. О, серьезно? А как до этих колец тогда добраться? Ха. Немножко странно. Босс? Еее, босс. Ну и кто? О-о-о, один из этих! Окей, ну прощай, щит. Это очень неожиданно. Да, было бы очень хорошо иметь щит, правильно? Не очень понимаю, что с ней делать, если честно. Тейлз, спасибо. Просто она размахивает этой фигней. Ей! Что происходит? Плиз. Вроде бы вот так надо атаковать. Но что-то это не всегда срабатывает. Вот в чем проблема. Ей! Нет. О, фак. Не-не-не, огонь! Окей. Начинаю понимать, вроде бы. Слишком высоко нельзя подпрыгивать. Вот и все. Yes, окей. Не проблема. Воу, ты что, охренел? Окей, он несколько зол. По поводу чего-то. Эй, найс. Так это там. Каждый раз, правильно? Эй! По крайней мере, босс хороший. Metallic Madness. Это выглядит страшно. Если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь. Это же помогает продвижению канала. И да, до встречи.